Привет, мои хорошие, ребятулики и девчули. Значит, ребята, у нас посылка в страну инкогнито. Сразу хочу оговориться, но пусть будет Англия. Человек попросил не называть сумму, имя и страну. Ну, в принципе, это абсолютно адекватное желание. Я его исполняю, но видео обязан снять для того, чтобы привлечь новых заграничных друзей и не только для покупки у меня барахла и антикварных вещей. Поехали. Часы молния. Раз. Вот такая молния уходит. Это все идущие часики. Секундомер. Это с распродажи. Вот такие олимпийские календарики. Олимпиада. Тоже с распродажи. Здесь, ребята, вся капонина, печати, царские пуговицы, крестики, нож. Вот это все тоже. Пломба царская. Это человек забирает. Дальше с распродажи. Вот эти боны забирает. Вот такой знак милиция. Нашивки. Дальше. Янтарные. Серебро. Эти запонки. Вот такие запонки янтарные. И вот такие тоже янтарные запонки. Дальше. Боны все. Видео вы видели. Ну, вот так вот, ребята. Вот такая мега топ посылочка нашему уважаемому подписчику. Мои дорогие, у нас есть обучение нумизматике, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка и, конечно же, пиар ваших неокрепших девственных каналов. Каналья! А с вами почти англичанин, харьковчанин, голден бой, миллионер, топ-барахольщик. Перекупщик, пошла массовка, Жорик вам в помощь.